Ой, ребята, мы все уже выдохлись вообще полностью. Все, садимся в самолет и теперь уже летим точно до Красноярска. Сидели, наверное, 3 часа. Я все фильмы попеределала, так что будет у вас что посмотреть. Теперь нам 4:50 лететь до Красноярска. В 4:50 утра мы будем там. Константин Кальпин нас встретит, Костин одноклассник. И дальше мы... Ой, дальше у нас будет... Жизнь. Ребята, такой аэропорт построили. Это и трансфер, и вообще прямо мы... Ой-ой-ой-ой-ой, вот это... Да, вот это я понимаю. Вот он наш самолетик, на котором мы прилетели. Все, мы прилетели. Мы в Красноярске. Ой, ребятишкам уже сказали, все сказали. Ребятишкам сказали, алло, что мы долетели. Да ничего страшного, Алёна, он пока снимает аэропорт новый, мы еще в таком не были. Но Константин уже нас встречают, одноклассники. Ну давай, Костя. Давай я мы туда, к терминалу, мы же без багажа прям подойдем, не к терминалу, но к турникетам этим, ну к шлагбауму подойдем. Ну, разговариваем, чтобы не заезжать, деньги не платить. Да-да, сейчас. А куда нам идти-то? Ага. Вон туда на выход, наверное. Ага. Ой, так что вот такие пироги. Все, мои хорошие. Следите за нами. Понял, Константин. Красноярск хорошо, на проводе. Ты что, позвони? Спать еще сильно хотим. 4 часа 50 минут летели. Ладно, давай. Спать хочется. Не найдем уже будет. Тебе сколько еще ехать? 5 минут больше? Вот это аэропорт. Вот это красотища в Красноярске. 5 лет мы не были в Красноярске, представляете?
Надо еще не стоять. Но что стоять-то? Ну, кто будет, откуда? Спасибо. Все. Вот и Красноярск. Он будет заезжать все равно? Направо. Где там на кольце? Вон и одноклассник встречает, работник года. Привет, мои хорошие. Вот и Красноярск. Ну чё, Константин, привет. Как вкусно пахнет. Ага, пойдём. Ну. Ну, так, обойдём. Я-то через забор. Ты чё, с этим ценник польский? Я тот раз заехал ценник провожать. Уезжаю, два косаря. Да ты чё? Даже и несколько минут, да? 15 минут вроде бесплатно. И причем вот этот терминал самый дорогой, как он мне сказали. Что ты просто даже заезжаешь, лучше самым первым оставайся, это вот туда. А там еще один терминал есть? Ну, там как бы парковка поделена. И что, мы сейчас через забор будем прыгать? Да ну, зачем? Приехал, ты знаешь, что через забор попрыгать. Ага, подожди, я хоть сниму Красноярск. Палец теплый, железка холодная будет. Все шатается. Не могу даже это. Ты постесна шатаешься. Да, все, все, поехали, она уже. Ну вот и Красноярск, как Артемка у нас говорил. Проедем, проедем, заворачиваем на Кутузова. Ну вот и Красноярск. А Красноярск уже пол Красноярска проехали. А вон все Красноярск. Тоже сегодня на Майорку летим. Тоже, ну, 6 часов вечера. Мы в 8 на Красноярск, а не в 6 Артём, на Майорку. Ага. Но Артём Захаров и с Алексом. Вот это 25, ага, однушка, 25-этажный дом. Мы на 19 этаже будем жить. Пока. А там определимся. Родственников много, всего много. Поэтому
Работы у нас, друзья мои, в Красноярске, непочатый край, Лесосибирск, Абакан и все остальное. Ой, ребята, все современное. Сейчас нам Константин все покажет. Он местный, уже 2 года местный, из Германии приехал. 28. 128? Нет, 28. 28. Нет, квартира 109, подолгу 28. Ты говоришь, дом. Вот 26, это значит 28. А квартира 109. А где квартиру уже? Вот, да. Нет. А до какого здесь идет квартира? Все? Правильно. В одном доме, что ли? Может, соседний подъезд? Да не, я сейчас соседний. По-моему, у нее кто-то. Мне кажется, у нее... Она... Костя, если здесь это... Ну набери 100. Мы еще не знаем. Но дом тот или не тот. Вот такой микрорайончик, ребята, красавчик. Здесь у нас тоже Катенька живет. Чё? Открыто? Что, тоже нужно? Да. Заходите, пожалуйста. Заходите, пожалуйста. Заходим. Пожалуйста. Давай. Очень даже, пожалуйста, заходим. Да, да. 3 должно быть, не меньше. 2, наверное. 2. 9, 18. Я думаю, с той стороны еще пару штук. 19 этаж. Да. На 25 этажку не 2, это простые, там живут еще 2. Наверное. 4 лифта. Жмы. 19. Вот он. Вот такие пироги. Мне надо купить еще этот станочек, чтобы повриться. Да, вот в петлю зайдешь. Ты на работу все шафаешь? Спишь? Он там остался. Ну вот мы у Олесеньки и дома. Ой, тут и Катауси, и Мауси. Выйдем на балкончик. Гигов-то 30. Ой, ребята, у меня голова на 3-м этаже кружится у бабы Гали. Ты туда прям заглядывай. Вау! Ё-моё! Как звать? Я забыла тоже, как звать. Ой-ой-ой, ребята! Вот это Красноярск! Сейчас каждый микрорайон. Школа, детский садик, наверное, все тут подряд. Я все. Я говорю, у нас уже начали строить школу. Полтора года будет школа. В вашем этом? Да. На Сибстале? Да. Люди собирались. Я ходил на массовку. Наташа просила, чтобы... Ага. И будут... Они просили... Проблематично. До 8 еще 2 часа. Спать можно. Сколько, Бобик? Ну, стрессу спать. Да. А стрессу спать. Очень даже хорошо. Не знаешь, ты где, что где там? Ну, поверь. Ой, ребята, ну, боюсь, понятно, боюсь я смотреть я вниз. Да, я стопудово. А ты не чувствуешь, когда я работаю, да? Ты видео сделаешь, чтобы слышно было его голос? Посмотрите, какой у нас красавчик имеется. Вот это. Это какая у него порода? Вообще не скажу. Бенгальский? Нет. Что-то вроде. Котик, ну чё? Ну что ж ты нервный-то такой? Ну, говори мне, что хотел? Говори. Глаза зеленые. Я боюсь, а я вообще котов не очень-то, да, с ними дружу. Поэтому хер его знает, что у него на уме. Да, вот о, красавчик. Знаю.